Сотрудники УФСБ совместно с УМВД России по Ульяновской области пресекли преступную деятельность димитровградца, который незаконно хранил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Помимо этого, он занимался приобретением и перевозкой оружия. Все это 56-летний житель Димитровграда хранил сразу в нескольких местах – дома и в гараже. В конце октября 2022 года в ходе обысков полицейскими было изъято 272 патрона различного калибра, более 3 килограмм пороха, а также винтовка конструкции «Мосина», пистолет калибра 5,6 мм с магазином и насадкой к нему для бесшумной стрельбы, многозарядный карабин, пистолет-пулемет ППШ «Шпагина», а также различные конструктивные части и детали к огнестрельному оружию. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности были возбуждены и расследованы уголовные дела в отношении жителей Димитровграда. На основании представленных доказательств суд вынес обвинительный приговор. Приговором Димитровградского городского суда Ульяновской области фигурант признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. К уголовной ответственности димитровградец привлекался и ранее. В 1999 году он был осужден за незаконный оборот оружия, причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство в составе преступной группы. Юлия Руднева, Улправда ТВ.